Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space, мы находимся, вернее, Dead Space 2, мы находимся в церкви юнитологов, именно сюда нас привела та девушка, которая пытается нам помочь с нашей болезнью, которая, судя по всему, медленно нас убивает. Но надо сказать, что в этом месте, как вы видите, все достаточно плохо, поэтому расслабляться пока явно не стоит. Сейчас нам нужно идти в другую сторону. Так, похоронное крыло. Только для посвященных. Я не посвященный. Мне, значит, не туда. Здесь у нас магазин. В этом магазине у нас... Давайте-ка вспомним, что... Ну, за исключением тех читерских вещей, которые у меня почему-то здесь присутствуют. Вот эти вот читерские пушки. Это все мы не берем. То есть вот такие вот с таким значком. Это значит, что оно получено нечестно как-то. Ну, то есть один раз игра, похоже, пройдена, и после этого она появилась. У нас есть лазерный пистолет, у нас есть дротикомет, который я не беру, он мне не нравится. У нас есть перекрашенный плазменный резак. Остальное все у нас пока что такое. Так, ну ладно, давайте тогда двигаться дальше. Можно бы, конечно, было на 30 тысяч купить себе еще электронных узлов и потратить их вот тут. Но я думаю, обойдемся. Есть у меня ощущение, что мы в ближайшее время возьмем новый костюм. Ой, я думал, это пасть какая-то такая. Вот это верхняя часть зубов, это нижняя. Рот открытый. А потом присмотрелся, оказалось, что это море. Это люди, это холм, а это небеса. Бывает. Так, нам сюда. Оттуда мы пришли, за нами гнался. Мы тут явно не одни. Понятно. Служба вербовки здесь работала, что нужно. Вообще, место, надо сказать, жутковато какое-то. Так, ребята, что-то я не доверяю вам. Я не хочу, чтобы сейчас, если придет бабайка, который превращает вас в тех самых, чтобы она с вами именно это сделала. Ух ты. Так, ладно. Насколько я помню, из предыдущей части чисто отрубание голов не помогает. Но, по крайней мере, без голов они будут слепы. Потому что я не уверен, что она сюда придет вообще. Откуда ей тут взяться? На всякий случай потратил некоторое количество патронов. Так, тебя, братюнь, вытащили сквозь стекло. The second cycle was more harsh, resulting in a pressure snap that popped people's ears and sent several to medical. That was not needed. Бывает. Так, созерцательная, нам туда дороги нет. Ладно, показалось. Да, здесь, как я и говорил, фиксированный прицел. То есть в предыдущей части он видоизменялся в зависимости от расстояния до стены, допустим. Уменьшался, увеличивался. А здесь просто точка в центре экрана. То есть обычный спрайт 2D. Это, конечно, шаг назад. Небольшой, но шаг назад.
magnificent library holds copies of the church's most sacred texts and is a regular meeting place for the Unitology scholars as they debate the glorious mysteries of the Black Marker. Note the intricate details of the stained glass roof, forged from the hand-filtered sand of Titan itself. Такие дела. Тихо, тихо, тихо. По-моему, он успел встать, нет? Ну давай. Ты живой или мертвый в итоге-то? По итогам сказать сложно. Давайте ему книгу предложим почитать. Ну, конечно же. Он, похоже, не увидел меня и решил подождать. О, ребята, сколько там трупов. Я думаю, сейчас снизу будет очень весело, потому что тут обитают вот эти твари. Ничего, я думаю, отобьемся. А, так они снизу. Ребята, как я и говорил, все поворачивается не в самую лучшую сторону. О, сколько трупов там. Так, встречаем их на лестнице. Сейчас будем садить. Вот я только не хватало. Идут. О, блин, они меня не увидели. Сейчас полезли в вентиляцию, где-то со спины появится. А, блин. Ну, говорил же, говорил тебе. Как я и говорил, сейчас со спины и прям... Ой, блин, я все равно вздрогнул. Ладно. Все хорошо. Шо? Скотина. Ладно. Могло бы пройти и похуже, могло бы и получше. Вы посмотрите, что у них с лицом, да? Это какой-то новый тип некроморфов. Руки у него именно... скреплено, что ли, чем-то в священной позе. А на лицо посмотрите. Офигеть просто. Он, похоже, перед смертью скрепил себе руки. Да сдох тут уже. Да что ж вы не успокоитесь-то? О, ребята, вот сюда вот как раз нужен подарочек. Все спокойно. Так, конечно, я поиздержался маленько по патронам, но вон вроде они хотят мне все восполнить. Ну и ладно. Ладно. Все хорошо. Кругом слабаки. Патроны. Патроны. Так, ну и что тут еще? Вроде все внизу, да? Да, начинаем по кругу бегать. Ладно.
надо сказать, не очень приветливо нас тут встретили. Там кто-то есть уже, что ли? Вон он. Блин, я задеваю за перила. Ладно, хрен с тобой. Ко мне-то сюда подняться не сможешь, я надеюсь. Ага. Созерцательное. Подожди, а это не приведет ли нас? Ну-ка. Ну, это привело нас маленько не туда, куда я хотел, но все равно достаточно близко. Ладно, можно возвращаться. Это нам ничего не дает. Так, нам сюда похоже, да? Так, не сюда вообще, нет? Нет. Вот это стекло можно будет разбить, я уже вижу. Что, типа при воссоединении у вас череп сгорит было написано, что ли? Так, ну мне, похоже, действительно надо было туда идти, куда я и пошел на автопилоте. Будущее расширение тут будет написано. То есть будут дальше строить туда. Опасность. Повреждение стекла могут вызвать... вакуум. По-моему, это странно. Офигеть. Допустим. Так, ладно, сейчас разберемся. Давайте в комнате осмотримся. Добрый день. Сидите. Результаты отборочного теста. Результаты ознакомительного теста фазы 1. Кандидат Кейси Миллом. Стремление к социальной интеграции высокое. Покорность низкая, доверчивость низкая. Толерантность к неопределенности высокая. Разочарование в обществе низкое. Идеализм высокий. Восприимчивость к состоянию транса низкая. Уверенность в своих силах высокая. Стремление к духовному развитию низкое. Подверженность пропаганде высокая. Скорее всего, объект достаточно скоро оставит церковь. Возможно, он покинет систему сразу после обязательной выплаты десятины во время ритуала посвящения. Мы должны положительно относиться ко всем его дальнейшим действиям в интересах церкви, но нам не стоит рассматривать его как источник прибыли в будущем. Ага, вот оно все, да, выясняется. Истинные мотивы этой церкви. Как обычно, все сводится к баблу на легковерных простачках. Зарабатываем ему. А, вот оно, понятно.
Видимо, нет, да? Так, ладно, что делаем? Понял. Так, а это тогда? А, ну у нас эта дверь закрыта же. Теперь открыта. Да, блин. Слабаки! Ничего не может по-нормальному. Блин, а тут чуть стекло не разбил. Блин, вот это, конечно, нововведение вообще зачет. Просто супер. Ну, блин, ну давай уже, ну. Давай, поднимайся уже. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Не очень приятно это было. Так, ну ладно, вроде все нормально, да? Сохраняшечек, это хорошо. Это всегда хорошо. Вот оно, вот. Как раз то, что я хотел. Защитный костюм охранника. Теперь мы его в состоянии купить. И сиськи. Как обычно. Все хорошее в одном месте. Блин, жалко не приблизить. Но все равно хорошо. Так, ладно, лезем. Ладно. Я ненавижу, что он спиной было. Вот, твою мать. Да, давай. Да свалит уже ведьма. А, ну да. Айзек, твоя башка тебя убьет просто. Я только хотел сказать, что я ненавижу, что он постоянно вылазит спиной вперед. Это же, блин. А это вон для чего сделано, как раз для такого момента. Так, здесь у нас Сатурн со своими лунами. Одну из лун, похоже, капитально уже обработали. От нее только вот этот вот спроул Мегалополис остался. Силовой узел еще один. Супер. Замечательно. Кредиты. Тоже хорошо. Шо? Так, ладно. Нам туда. А мы пойдем. Нет. Сюда пойдем. Подожди, это где я оказался? Это то место, которое я думаю? Если это оно, то... Да, ну давайте-ка мы сходим, на самом деле, к этому магазину подарков, который здесь достаточно близко. Я надеюсь, там друзей всяких не набежало к нам. Вроде спокойно все. Пора бы нам костюмчик сменить. Уж извини, Айзек, твой костюм мне нравится стандартный. Но новенький тоже вполне себе ничего.
Так, защитный костюм охранника, вот он. 20 тысяч, окей. Подойдет. Как говорит Маркус Феникс, I'll take those. Давайте посмотрим. По-моему, он красивый. Да. Шик. Теперь у нас костюм местных копов. И это, по-моему, хорошо. Так, на оставшиеся деньги мы продаем вот это вот. Продаем вот это вот. Продаем вот это вот. Продаем вот это вот. Блин, а что-то еще нужно продать, чтобы... чтобы хватило. Блин, мне 75 не хватает. Ну ладно. Так, и покупаем. Теперь у нас 5 силовых узлов. Мы можем прокачать их с помощью своей винтовочки. Ну, костюм... да, теперь у нас костюм как у местных копов. Он очень крутой. Но мне, конечно, костюмы из оригинального Dead Space больше нравились. Они были более приближены к научной фантастике 80-х, 90-х, на которые опирались при создании этой игры поначалу. Так, я думаю, нам нужно вот... так. Так. Урон от альтернативного огня неплохо прокачали. Теперь ущерб. Хорошо, и один вставляем. Супер. Так, и теперь возвращаемся туда. Так, подожди, я уже забыл дорогу, успел. Я не знаю, многие говорят, что им вот эти вот костюмы, дизайн костюмов из второй части больше нравится. С одной стороны, это отчасти так, потому что второй части костюма, они более такие... именно приспособленный к бою, то есть это вот костюм охранник, он похож на бронежилет, то есть кевларовый. И при этом в духе игры сделан. А в первой части все костюмы, они были чисто инженерными такими. Но здесь, по-моему, они больше какие-то на Гайвера похожие, чем на Айзека из предыдущих частей. Так, нам нужно вот сюда. Отлично, отсюда мы пришли, по-моему, да? Да. Тут он пытался выколоть себе глаз. Что само по себе достаточно глупо. Мы тут не одни. Так, нам сюда. Тут у нас какой-то подъемник какой-то тут у нас. И тут много ништяков. Хорошо. Отлично. Так, и что еще у нас тут есть? Посмотрим, прежде чем сувать голову в пекло. Неверные написано. Спасай себя. Вот отсюда. Ты, мать твою, кто такой? Не попадаю.
Вот теперь, ребята, мне действительно что-то как-то... Они вокруг меня, кругом. Он явно не один. Так. Ребята. Бляха-муха. There's something in the church. It broke the door. Hang on. I'll try to override all the gates in the area. Hurry. There's something out here too. Так, у нас проблемы, ребята. Со всех сторон, да? Нет, только спереди. Диана, давай быстрее, пожалуйста. Твою мать. Со всех сторон проблемы. Отовсюду подойти могут. Я попал. Стоять, твари. Ты живой еще, тварь, что ли? Валим. Валим куда-нибудь. Вашу мать, давай быстрей. Что-нибудь, как-нибудь. Тваря. Ненавижу. Райте! Шо есть? Приходи, добавлю. Райте! Дана, ты там? Айзек, я не могу открыть эскалатор. Можешь ты сделать что-то из твоей ренты? Let me see what I can do. Okay. Once you're through, you'll go through the funerary wing of the church and down into the crypt. It's very important you not be heard. No. No, Ursula, I can't land from here. Not from here. Dana! Dana! Important that I want. Понятно. Ну, надо сказать, это было довольно неприятно. Не понравились мне эти тварюшки. Курочки. Почему-то они мне курочек больше всего напомнили. Цыплята. Так, он там у нас есть какой-то... Это самый. Давайте сюда, что ли, тогда. Блин, да чего же офигительная игра просто. Один пошел. Два пошел. Ай, пошел. Шо? А тут бабайка лежит, да? Нет? Так, ну нам туда. Значит, мы идем сюда, как обычно. Силовой узел. Шо? Похоронное крыло. Welcome to the Basilica. The hauntingly beautiful hall serves as the starting point for many of our formal ceremonies. Its architecture is rich in symbolism, and the stained glass ceilings are forged from no less than the sands of Jupiter's long-lost moon Io, making them nearly priceless. Enjoy the light and the love this room offers, as many have done before you. Ладно, как скажешь. Ой, что-то мне уже не нравится это помещение. Но вообще здесь не настолько страшно, как на Ишимуре. Ишимура, вот это вот был кошмар. Там каждое новое помещение таким, блин, ужасом первобытным отдавало.
А здесь заходишь, ну как-то слишком светло. Не знаю. Кому я вру? Жутковато, да, так понемножку. Часовня воссоединения. Супер. Что тут скажешь? Так, нам сюда. Значит, пойдем туда. Сувенир. А, вот, смотри. Ну-ка. Да-да-да, то самое место. Но сейчас мне... А знаете что, давайте-ка мы сейчас побежим в сувенирный магазин. Тут вроде все по-прежнему. А, и на этом завершим эту серию. Следующий продолжим пробираться по этому музею, потому что он, судя по всему, большой, просто огромный. И, наверное, в следующей серии все-таки мы отсюда выберемся. Но как бы там ни было, игрушка, по-моему, просто прекрасная, офигительная. Я прям даже не знаю, я совершенно забыл, насколько она крута. Но, тем не менее, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.